Помните лайфхак, как легко и быстро оформить мастеров без лупки? Так вот, история повторяется, секрет раскрою в конце. Уже в начале боя счет полное дно, шансы на победу минимальные, но наш герой не сдается. Заняв боевую позицию, начал с самого сложного и страшного, начал разбирать ягу имбу. Да, страшно, но что поделать. Последний союзник отлетает в ангар, выдает сколько может по Левандовскому, и здесь пора бы уходить. Готовый к раздаче, занимает позицию у угла и начинает раздавать. Тактика работает, и снова повторяем. Отдалился дальше, ушел на КД и снова начал раздавать. Правильные и грамотные действия позволили ему разобрать два противника, но остался Левандовский, а наш боец на укус. Вовремя замечает очки превосходства, не рискует и спокойно забирает хорошую победу с медалью Колобанова. А секрет в том, что он играет на самом днище рейтинговых боев.